Итак, приветствую. Это урок по скриншопу. Многие ребята спрашивают, как делать скрин большой мышки. На самом деле, это очень легко. Просто нужно сделать эмоцию и нажать Insert плюс Print Screen. Но бывает такая сложность, что мышка все равно остается очень размытой, и даже при увеличении это не помогает. Ну, давайте сделаем так. Я нахожусь в клиенте. Я насчет браузера не знаю, но в клиенте можно нажать правую кнопку мыши и увеличить масштаб. Ну, думаю, тут уже все понятно. Можно увеличивать сколько хотите. Ну, вот, вроде это максимум. Вот. Можно нажать вот 100%, показать все, будет все полностью. Или показать все. Тогда при увеличении или уменьшении она будет сама редактироваться. Итак, давайте увеличим масштаб. Вот, смотрите. Если не нажать никакой эмоции, мышка очень будет размытая, как в пикселях вся. Но лучше нажать эмоцию. Можно нажать вот. Можно поцелуйчик или что там вы хотите. И вот, например, я хочу сделать, пусть будет так. Так, мой собеседник сейчас сядет. Дайте секундочку. Покажем ему характерный жест, чтобы он сел. Но он не желает садиться. Ладно. Нажимаем и фотографируем мышку. Ну, в принципе, урок закончен. Спасибо за внимание.